Джон Траволта на старости лет оказался геем. По крайней мере, так утверждает бывший друг актера. И все это в дополнение к обвинениям в домогательствах. Звезде Голливуда не позавидуешь. Герой криминального чтива погряз в криминале личной жизни. Когда-то его бывший приятель Джефф Конвей сделал сенсационное заявление. Траволта пытался заняться с ним оральным сексом. За такую новость журналисты не могли не уцепиться. Тем более, что в судах уже лежат два иска от массажистов актера. Их тоже Джон пытался склонить к нехорошему. Траволта путешествует по миру только высшим классом. Как правило, он всегда приходит в массажный кабинет или делает спа-процедуры, но чаще приглашает массажистов к себе домой. Он предпочитает мастеров исключительно мужского пола. Сам же Траволта называет все обвинения смешными и полным абсурдом. Он примерный семьянин, 20 лет состоит в счастливом браке с Келли Престон. В доказательство неделю назад ко дню матери он приготовил сюрприз своей жене. Выложил милое семейное видео в сеть и подписал: «С любовью, Джонни». Однако злые языки называют семейную идиллию фикцией. Якобы Келли прекрасно знает, что ее благоверный гей. Но ее и Траволту связывает некий контракт. Поэтому Келли постит в Твиттер храбрые высказывания в защиту мужа. «Вы атакуете мою семью, и я накажу вас за это. Я все выдержу». И хотя Траволта уже нанял адвоката и намерен подать встречный иск на обвинение, интернет-шутники уже придумали целый клип про клиента массажного кабинета. Скорее всего, Траволте удастся выиграть суд за отсутствием улик и прямых доказательств. И 2 миллиона долларов, которые требуют за моральный ущерб оба массажиста, актер потратит с пользой. Например, наймет штат неболтливых мастеров. Татьяна Ланская, Ньюсблок МТВ.